Всем привет, это опять я, и сегодня я вам хочу рассказать про класс, называется Монг, третий врач Турант и такая вся херня, короче, ну это не важно, в принципе. Вот, я взял на саб-класс, и я хочу рассказать то, что, в принципе, класс как в PvP, как и на каче, просто имба, это, ну, в принципе, неплохо. Даже для интерлюда он неплохо выносит, вот. Что касается PvP, ну, есть пара записей PvP, я их выложу чуть попозже. Долгое время не мог выкладывать нормальные видео и делал различные там какие-то гайды в письменном виде, но это не столь важно, блядь. Что хочу рассказать вообще об этом классе. Им можно носить лайт. Вот видите то, что у меня есть лайт с кота. Ну, с моего мейна. Вот, а сейчас плохо вещать будет, потому что у меня заморозка, лечил зубы. Так вот, о классе, что можно сказать о классе. В мини-пати, в принципе, он достаточно неплох, то что есть большая скорость атаки и плюс к этому неплохие криты. И сейчас вы видите, что я качаюсь в катах. Ну да, в принципе, фулл баф, это, блядь, само сказано. Вот, даже без фулл бафа он, в принципе, неплохо вырубает. Видите, у меня есть кассеты агрейдовские, которые взял по квесту, по сабу. Ну и все бежа, видите, для всяких шадов, хуёвины, кассетов. Так, а что касается статов по таким бафам, сейчас вам покажу статы. Вот, под зубами и под пулем. Да, в хай-файфе, блядь, и побольше будет, но что ж поделать. Вот, и видите, тоже хуй друг бежит, хочет, блядь, походу собирать парики, но я хуй ему дам. Что касается скиллов, у нее есть два дальних скилла и дохера ближних, то есть масухи и так далее. Но я надеюсь, что мудака сейчас убьет. То есть, короче, мини-пати можно и гангать издалека, так плюс к этому можно и качаться на этих массовках. У нас есть восьмого, появляется, по-моему, вот такой вот скилл, который, блядь, что-то стреляет там и заряжается дремя, ну и всякая ебаланда. Рофл. Зависон какой-то. Ладно, короче, стоит, мне кажется, наказать этого петуха ссаного. Да, он сдох. Отлично. Что я и думал. Я там так отсосал. Вот, что касается места кач, в принципе, этим, можно сказать, классом можно качаться везде, как в катах, так и, блядь, в всяких различных других топовских местах, и, в принципе, не напрягаясь. Что я хочу сделать с него, в принципе, хочу замутить ему кастеты эсгрейдовские и какой-нибудь ТМ-хэви или К-хэви, ну, посмотрим, ну, на К-хэви навряд ли, но мне кажется, ТМ-хэви я хочу по-любому замутить ему, потому что это скорость каст, он скорость удара дает, и в принципе, за счет этого он неплохо будет выносить. Вот, но бывает, с этим далеко не уйдешь. Что еще? На РБ, в принципе, на РБшках достаточно неплохо. Я надеюсь, что сейчас его прокачаю и буду показывать, как я буду фармить РБ, спать и, может быть, там какими-нибудь дестрами, санами и так далее. Вот. Да, но что касается паровозов, блин, на хай-файфе он парики очень достаточно хорошо держал на своих масухах безоткатных, но сейчас, к сожалению, такого нету. Это просто интерлюд, повторюсь, да, то что это интерлюд. Так что да, что касается скиллов, блять, они критуют просто неебически. Это, как бы, да. А большинство людей не берут монг, говорят, что полная хуйня, потому что заряды те саные, блять, и так далее. Чуваки, я скажу так, то что к этой хуйне привыкаешь. Реально привыкаешь постоянно заряжаться и не так сильно напрягает-то. Ну, сейчас стрельну с пилом, не знаю. Опа. И масуха издалека. Вот, под мучу вложился и здесь неплохо. По типам, которые бегают в лайте, всякие лукари и такая всякая, ну, типа, ТХшники, саны, они падают даже, бывает, на там, из нового крита. Если нормально критануть, то с нового крита падают, к сожалению. У меня записи нет, как я этого одного лучника всадил, блядь, самого быстрого, но все же. Да, как бы класс достаточно сильный и, в принципе,
У нее есть свои минусы. Специальные заряды, блядь, и эта херня. Но живет он чисто на критах и на скорость атаки, то есть достаточно неплохо. Что так вот, думаю, посмотрим, что будет дальше, и надеюсь, что я смогу быстро раскачать до хай-левелов его. Так что, всем спасибо, удачи, подписывайтесь на канал, и вы мне этим поможете, можно сказать так. Чем будет больше подписчиков, тем будет больше, наверное, видео будут делать, и достаточно адекватных гайдов, а не такие там, типа, жизнь, блядь, на этом крутом сервере и так далее. Он даже детство предлагает пати. Пошел нахуй. Мне не нужна пати, я одиночка. Вот, всем спасибо и до скорых встреч.